Всем привет, YouTube привет. Вот делал на машинке град, капот. Ну и не смог не обратить внимания. Машина обслуживается на фирменном СТО. Смотрим, что тут творится. От плюсовой клеммы. Вот. На массу кузов прикручен и идет вот такая коррозия. И ни один добрый человек не сказал, не подсказал. А зачем? Вот. То, что это может как минимум замкнуть аккумулятор. Вот. А поскольку сейчас машины очень умные, может еще что-нибудь навернуться. Еще один немаловажный момент. На современных машинах как бы надо обращать внимание на то, что можно ли снимать клеммы с аккумулятора, ничем это не грозит. Потому что есть машины такие, что если, допустим, вот сейчас снять его, помыть, убрать эту всю гадость, вот, потом не будут ли проблемы. Бывает так, что снял клеммы с аккумулятора, и потом машина превращается в недвижимость. Я предварительно, конечно же, узнал, можно или нет это делать. И вот надо привести это дело все в порядок. Тем более, что, судя по всему, вот, аккумулятор кипел, выкипала жидкость, ну не жидкость, в данном случае вода. Надо следить за уровнем и подливать водичку. Ну, естественно, вовремя все это надо подзаряжать. Ну, ладно. Будем приводить это дело в порядок, потому что я не могу пройти мимо такого безобразия, это неправильно. Это надо все устранять. Снял я рамочку. Вот тут все закисшее. Краска поднялась. Еще раз повторюсь. По внешнему виду видно, что аккумулятор выкипал. Вот. И как мы видим, вот колыхаю. По банкам вот видно, что немножко не достает. Надо подлить водички. Вот, ну естественно, как мы видим, все тут окислено. И вот эта вся гадость, она замыкает. Естественно, аккумулятор будет разряжаться. Надо почистить клеммники. Есть специальный ключ. Он давно изобретен, сейчас покажу. Можно почистить это все, смазать циотимом, литолом, ну, любым подходящим средством. Вот. И не допускать до этого, поскольку это может привести к большим проблемам. Вот у меня на видном месте висит ключик. Еще приобретенный в СССР. Это чистить клеммы на аккумуляторе. А это такая разверточка, чистить сами клеммы, которые одеваются на аккумулятор, она конусная. Вот, вот эти клемнички, то же самое, на них коррозия. Ну, кто-то берет шкурку трубочкой, заворачивает. Но это все вот мы видим последствия отношения такого, я бы сказал, неправильного. Тут еще куда ни шло, а здесь вот мы видим такую ситуацию. Это все неправильно, и я считаю, что нужно подсказывать хозяевам, в данном случае тут хозяйка, вот что так эксплуатировать автомобиль нельзя. Все вот эти вещи, это не мелочи, все это надо устранять. Чем я сейчас и займусь. Еще раз вот покажу, как тут все некрасиво. Вот она у нас водичка, вот он аккумулятор. Чуть-чуть тут надо подоливать. Ну, естественно, потом надо подзарядить. Вот такой уже кое-где грязючка пооставалась. По возможности подтереть
Не надо его поставить будет, чтобы он чуть Так, зарядился. водички мы долили. Вот, по меткам. Раньше, когда были необслуживаемые аккумуляторы, были такие стеклянные трубочки. На них делали меточку 10 миллиметров, опускаешь ее туда и меряешь, чтобы над пластинами было 10 миллиметров жидкости. Берем вот такой ключик, чистим вот таким образом эти клеммы. Вот, мажем их цеотимчиком. Ну, тут тоже надо тряпочкой пройтись, грязь убрать. И, в принципе, можно будет поставить на зарядочку. Её мажем литольчиком вот таким, старым добрым. 100 лет ему в обед. Где-то, может, конечно, и лишнее попадет. Вот, и немножечко вот так клемнички тоже. Вот лишнее, потом можно тряпочкой все это дело убрать. Ну и ставим назад. Вот. Так, стоп, мы не так аккумулятор поставили, отставить. Вот, чуть перепутали мы. Вот. Вот таким образом ставится это все. Проверяем. Клеммы мы почистили, помазали их литольчиком, еще и СССРовским. Вот теперь все в порядке. Все? Да. Вот эту вот деталюшку сейчас скотч-брайтом немножко пройтись. Вот. И хотя бы чуть-чуть ее покрыть краской, чтобы она не ржавела дальше. Она вот со всех сторон пооблазила. Поскольку аккумулятор выкипал, скорее всего, это идет перезарядка, раз он выкипает так активно. Вот, ну это, как говорится, уже вопрос другой. Хотя бы, чтобы не замыкало это все. Угу. Вот так вот, баллончик черный. Хотя бы чуть-чуть ее взбодрить, чтобы не так страшно было на нее смотреть. Ну и точно так же с обратной стороны. Вот она наша рамочка прижимная. Конечно, не идеал, но тем не менее, то, что было и то, что стало, разница чуть есть. Вот он наш аккумулятор. На нем теперь и надписи видны. Там, где надо, смазка есть, остальное все, как говорится, мелочи. Ставим крепление и все. Вот так вот все это выглядит теперь.